Любимый подарил. Ни хрена, кто тебе такой букет подарил? Леша. О, а можно я сфоткать? Ты все равно в Инстаграме ничего не выкладываешь. Я хочу, чтобы меня мой бывший ревновал. Ребята, а я уже встала с утра пораньше и отправилась на утреннюю пробежку. Алло, да иду в магазин ходила за чипсиками. Скоро буду, давай. Весело время проходит, Да иди ты нафиг! Нет, ты иди нафиг! Серьезно? Я вообще с тобой не хочу встречаться! Я с тобой уже давно не встречаюсь, блин! Это я была виновата! Нет, я был виноват! Давай больше никогда! Давай больше будем стоять! Антона, я вообще не понимаю, ты какого хрена так делаешь? Конечно же не понимаешь, ты же тупая! Это я тупая! Да это ты тупая! Это я вообще пожалела, что с тобой начала встречаться! Знаешь, делать все сам! Я вообще унижаюсь! Ну и вали, мне вообще пофиг! Малыш, прости меня, пожалуйста, это я была не права. Да нет, ты что, это я была не права. Давай больше никогда не будем ссориться. Давай возвращайся уже скорее. Да, да, я уже выезжаю. От тебя одни проблемы, я не хочу больше. Победила я, отдаешься? Ань, да. Ты позвонишь, Антон. Я ему никогда в жизни звонить не буду. Алло, Антоха! Ты чё мне не звонишь? Приезжай ко мне, надо поговорить срочно. Антоха, она тебя любит очень сильно. Нет, не любит. Так, слушай, а ты не хочешь на Кипр съездить потусить? Да ты чё, какой Кипр? Я вообще за спокойный отдых. Да и работы столько, куда я поеду? Нет. Саня, вы идите бухать! Саня, сегодня уже четвертый день, ничего не ем. Да ладно, я тоже четвертый день на диете. Красава. Давай пять. Тата, ты что делаешь? Пиццу заказываю. Нормальная тема. Угу. Так, а ты видела, у твоего бывшего новая девушка появилась? Ой, такая хорошенькая. Очень рада за них. Знаешь, чувствую, ты уже давно прошли. Поэтому. Капец, у нее планка после меня упала. Она жесть какая стрёмная. Согласна. Где ты, а где она? Прикинь, Лена подписалась на Мишу, а у него есть девушка Оксана. А у этой Оксаны есть хорошая знакомая. Она... Привет. Привет. А ты что такая веселая? Просто настроение хорошее. Да я просто сейчас в кафешке была. Там был такой парень симпотный. Он мне так понравился. Слушай, а тебе помочь? Да не, я сама сделаю. С завтрашнего дня в 6 утра подъем и на пробежку. То есть, получается, сегодня нужно лечь в 10. Так это что, получается, я не посмотрю свой любимый сериал? Да ну в жопу! Слушай, мне кажется, в наших отношениях пропала романтика. Ну а? Что будем делать с нашими отношениями? Да дай мне телевизор, посмотри, что там. Мне хочется романтики! Тупой, мне хочется романтики! Так, я не понял, ты куда ты собралась-то? Да мы с девчонками на той неделе еще договорились пивас вместе попить. В смысле с девчонками? Ты мне совсем внимания не уделяешь, постоянно со своими девчонками гуляешь. Что ты опять начинаешь? Ты мне вообще времени не уделяешь. Ты чё ты меня за руку даже не держишь? Взяла тебя за руку. Спасибо. А когда пошли раз, ты мне подарки дарила? А что ты вообще? Чё, внимания никакого? Давай нормально, погуляем уже. Ну и куда ты пошла? Саня, почему ты постоянно разбрасываешь свои носки, блин? Ты чё ты делаешь? Я сейчас проиграла из-за тебя. Чё ты со своими носками? Ты вечно. А когда мы в ресторан поедем? Я вообще-то суши хочу. Мы постоянно по твоим делам ездим. И что такого, когда захочу? Хочу есть, хочу есть. Плати давай, сейчас хочу есть. Саш, мы расстались. Блин, как мне тебя жалко. Не плачь, ты только не плачь. Саш, мы расстались. Залпом. Осталось оправданий, мы расстались друзьями. Смотри, какую крутую джинсовку купила себе. Блин, реально клёвая. Тебе так идёт. Спасибо.
Нет, я как раз думала, в чем завтра пойти. И размерчик мой. Ты прям как знала, подруга. Саня, я после вчерашнего больше никогда не буду пить. Блин, вот, возьми таблеточку. Все. Саня, я после вчерашнего никогда не буду пить. А пивас будешь? Пивас-то, конечно. Мы еще умрем! А, я начинай не звонить! Я алло, не могу задыхаться! Алло, спасите нас! Думаю, так 350 евро проиграли, хватит, может уже. Да в смысле, ну всего лишь 350, ну это же немного. Да это почти 25 тысяч рублей вообще-то. В смысле 25 тысяч рублей? Так это что получается? То есть мы могли купить мне сумку Майкл Кор, что мы ее мне не купили? Ты что, офигел, Антон? Ну да, могли. Нифига вы все на красное ставили, сейчас точно выпадет красное, точно. Ха-ха. Поедем выигрывать деньги. Ну, скорее всего, не выигрывать, а проигрывать. Если ты 1 000 000 евро выиграешь, что ты купишь первым делом мне? Что ты купишь? Билет домой. Это смешно, зачетная шутка, да. Ань, представляешь, он мне на год отношений приготовил айфон. Да, он красненький, как я и хотела. На 126 гигабайт. Я капец, как давно мечтала о таком красненьком. Я Тебе айфон. Да ладно! Да. Айфон! Так неожиданно! Спасибо большое! Ничего себе, как красиво! Любимый, это невероятно! Я совсем не ожидала! Слушай, да я сам офигел! Играя в доту, они, блин, свет выключили! Что за фигня? Я больше не могу уже! Алло! Когда свет включите? Какие нафиг работы? Я хочу в компьютер поиграть. Давайте быстрее. I believe I can fly. Антон, это кто? Теодор, мне нравится. Я не знаю, только начался фильм. А это что за девушка? Я тебе говорю. Понятно. Ты что, Саш, там ничего страшного нет. Да посмотри на ее юбку, она отвратительная. Я не могу на нее смотреть. Юбку? Мы будем рады, если ты поедешь с нами. Саш, можешь не печатать? Ой, прости, пожалуйста. Лен, в общем, я сейчас не могу говорить, мы тут фильм смотрим. Блин, не записалась. Короче, я сообщение первое не отправила, я сейчас не могу говорить. Мы тут фильм, в общем, смотрим, я печатать не могу. Тут ты что? Блин, я же говорил на паузу поставить. Да тут ничего такого не произошло. Он сказал, что ее не любят, потом они куда-то уехали. Потом тут вроде кого-то убили, я не поняла из-за чего. А сейчас у них вроде скоро свадьба. Ну что, как тебе фильм? Блин, ну такое, знаешь. В целом неплохо, но только мне не понравилось, что тут кого-то убили. Ты что, это комедия, тут никого не убивали. Разве?